Привет всем! Сегодня я покажу вам самый простой и быстрый способ отличить поддельный аккумулятор 18650 от оригинального. Метод, конечно, косвенный, но все же этот метод очень хорошо себя зарекомендовал. Смотрим видео. Я хочу показать, как отличить поддельный аккумулятор 18650 от оригинального. Вот у меня несколько аккумуляторов. Два Ultrafire, там красненький, вот такой вот синенький, один Rubicon и один Panasonic. Panasonic 3400 заявлен, этот 2800, этот 3800 заявлен. Ну, а этот около 3000. Итак, для этого нам понадобятся обычные бытовые весы цифровые. Нормальный аккумулятор должен весить порядка 46 грамм. Нормальный аккумулятор 18650 должен весить порядка 46 грамм. Проверим. Включаем весы, ставим аккумулятор, и у нас он показывает 46 грамм. Можно считать, что это аккумулятор оригинальный. Берем Rubicon. Тоже 46 грамм, 45-46 грамм. Берем Ultrafire и видим 36 грамм. Это у нас значит фуфло. Аккумулятор фуфлыжный. Берем другой Ultrafire. И видим 32 грамма. Даже 31 грамм. Вот так, ребята, можно просто определить поддельные аккумуляторы. Вот эти говняные Ultrafire. От нормальных настоящих аккумуляторов. Вот так. Всем спасибо. Всем пока. Не покупайте подделок. Покупайте оригиналы. Всем счастливо.